Всем привет, продолжаем путешествовать по моему городу, Санкт-Петербургу, Гороховая 65, пользуюсь прекрасным сайтом сети Волос. Доходный дом, стиль эклектика, архитекторы Дмитриевский, год постройки 1859. Василий Николаевич Муравьев, в будущем преподобный Серафим Вырицкий, проживал в этом доме с 1900 по 1906 год. Муравьев родился в 1866 году в деревне Вархоломеево Ярославской губернии. Рыбинского уезда Арефинской волости. Приехал в Петербург на заработки. Во второй половине 1892 года открывает собственное дело, становится одним из крупнейших мехоторговцев столицы. Впоследствии закончил высшие коммерческие курсы, и по справочнику Суворина в 1894 году он проживал в доме по Казачьему переулку. Женился на Ольге Ивановне Нетрониной, и семья переехала на Гороховую 56. Но в 1901 году они уже жили по этому адресу, Гороховая 60. С 1907-го справочники указывают его проживающим на железнодорожной станции Тярлево Саркосельской железной дороги на собственной даче. У меня там мама жила, Тярлево, до войны. После, это такая ремарочка, после 1917 года Муравьев передал свое имущество монастырям. Передал крупные пожертвования на нужды Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. А еще через некоторое время подал в Духовный собор лавры заявление с просьбой принять его в число братьев, на что получил положительный ответ и первое послушание Пономарское. Митрополит Петроградский Гдовский Вениамин благословил постричь монашество послушника Василия Муравьева одновременно с его женой, поступившей в Воскресенский Новодевичий монастырь. Был пострижен в иноки с наречением ему имени Варнава. Вскоре он был рукоположен в иеродиакона. В 1921 году митрополит Вениамин рукоположил отца Варнава в сан иеромонаха. С 1920 по 1926 год отец Варнава нес ряд ответственных и трудных послушаний заведующего кладбищенской конторой лавры, главного свечника или свечника, а затем казначея обители. В начале 1930 года он тяжело заболел и, согласно рекомендации врачей, настоянию владыки Серафима, переехал в поселок Вырица. Это поселок недалеко от Петербурга. В Вырице он стал известен как подвижник и провидец. Скончался 3 апреля 1949 года. Был причислен к лику святых на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви. Вот такой человек в этом доме жил. Также, кстати, здесь в доме жил ученый и клинист в области неврологии Владимир Анатольевич Шустин, ветеран Великой Отечественной войны. По книге Ларисы Бройтман «Гороховая улица» здесь проживала в октябре 17 года Дора Абрамовна Лазуркина, член Коммунистической партии. Занималась нелегальной деятельностью в Екатеринославле, Петербурге и Москве. Неоднократно арестовывалась. Была репрессирована, много лет провела в лагерях. С 1956 года персональный пенсионер. И, кстати, она побывала на 22-м съезде партии, где выступила с предложением, которого всех ошеломило: вынести тело Сталина из мавзолея. Такой человек здесь жил. Здесь еще жил Иван Иванович Грязнов, Степан Николаевич Гроховский, которые были арестованы в 1937 году и расстреляны, впоследствии реабилитированы. Вот все, что мне удалось найти по дому 65, по улице Гороховой. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Узнали что-то новое.